Приподнятое настроение моментально появлялось у всех, кто в этот день решил прийти во дворец спорта. Естественно, что большинство посетителей – представительницы прекрасного пола. Праздник, который проводится во дворце спорта «Видное» в преддверии 8 марта, в Ленинском районе стал уже традиционным. И традиционно это больше, чем концерт. В фойе развернуты ярмарки, интерактивные площадки, фотозоны. Ну и как же без передвижного салона красоты? Пришли на праздник сразу после работы. Не беда. Тут вам и прическу поправят, и ресницы подведут. Здесь же можно и приобрести самые современные косметические средства. Больше всего задают вопросы по поводу коллагеновой косметики. Больше популярность имеет косметика Вэлла для волос. Также органическая косметика – это новинка в нашем салоне. Вот, она будет вскоре представлена. Среди мастер-классов и ярмарок особняком смотрится фотовыставка, посвященная 90-летию района. На ней представлено около 50 фотографий из фондов районного историко-культурного центра и краеведа Анатолия Черкаса. Выставка называется «Прекрасные лики нашей истории». И здесь представлены портреты и групповые, и одиночные тех женщин, которые оставили след в истории нашего Ленинского района. Организаторы праздника постарались сделать все, чтобы у дам было хорошее настроение. И даже официальные лица на этом празднике забывают про важные протокольные слова и стараются выразить свою признательность и тепло тем, кто украшает их жизнь. С самого рождения мы попадаем в женские руки. Это в первую очередь мама, которая тебя родила. Тут же подхватывают бабушки, тетушки и так далее. Потом ты попадаешь в детский сад, потом в школу. И так всю жизнь. Женщина – это все. С праздником, милые дамы! После веселья в фойе в Большом зале Дворца спорта начался концерт. Женщин поздравляли с праздником творческие коллективы и исполнители Ленинского района. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Также перед собравшимися выступил глава муниципалитета Валерий Венцель, который не скупился на комплименты. Собравшиеся дамы, в свою очередь, принимали их с радостью. Зима не сдается, но я уже замечаю, как искорки счастья, радости, света и добра в ваших глазах растапливают вот эту ненастную погоду. И я абсолютно четко уверен и могу со всей ответственности заявить, что в нашем Ленинском муниципальном районе, в нашем городе Видное, самые лучшие женщины. В концерте приняли участие и артисты российской эстрады. Юморист Сергей Дроботенко повеселил собравшихся своими монологами. Здравствуйте. Моей жены скоро круглая, а так 65. Пожалуйста, передайте для нее песню Игоря Николаева «Старая мельница». А венчало праздничный концерт выступление народного артиста России Дмитрия Маликова, который исполнил несколько своих хитов, подпевал и подтанцовывал ему весь зал. А последний сюрприз ждал всех женщин, пришедших в этот день во дворец спорта, на выходе. Пожалуйста. Спасибо большое. Только концертом праздник не ограничился. На выходе всем барышням дарили цветы. А что еще нужно, чтобы встретить праздник в хорошем настроении? Максим Козлов, Егор Хлябич, Видное ТВ. С праздником, дорогие женщины.